А пока родители наполняют бокалы и закрепляют все эти пожелания одним общим тостом, я перехожу к нашим выпускникам с этой же розой. Она заряжена такой позитивной энергией. Поэтому выпускники передают эту розу из рук в руки и отрывают по лепесточку. И за каждый лепесток каждый выпускник говорит слова благодарности, слова любви. Все, что вы хотите сказать, говорите.